Друзья, всем привет! Сегодня у нас суббота, 9 июля, вот время 8 утра, выбрались в очередной раз мы в лес поискать грибочки. Вроде грусть должен пойти, ну посмотрим, вот зашли, сейчас будем смотреть, что здесь нас ждет впереди. Целый лес папоротника. Прошли у нас тут целую неделю обильные дожди с грозами. Позавчера был офигенный туман с утра. Прям ничего не было видно. Вот поэтому мы сегодня и выбрались в лесок недалеко от города. В надежде, что, может быть, пошли грибочки. Вот так вот ходим, бродим по лесу. Пока что попадаются одни сыроежки, но я их не собираю. Все-таки в надежде на какие-нибудь маслята, либо лисички, может, белые. Ну, только одни сыроежки пока что. Природа хорошо, сегодня днем 29 градусов передали. Ну вот, пришли мы на наши места, сразу же чуть-чуть маслят попалось. Здесь вот и будем сейчас искать. А, вот он. Вот он. Маленький. Ой, какой хорошенький. И сразу резко приподнялось настроение. Появился какой-то небольшой азарт. Это вот мы к этим местам примерно и шли. Такие вот у нас кустики растут. Вот еще масленочек. Такой вот, ну, уже червивый. Вот еще. Опа. Вот еще. Вот эти вот, смотрите, вообще только-только появились. Ну, вообще красота. Вышли вот мы в такое место. Вот молодые сосенки, как раз самое место, где должны расти маслята. Сейчас туда схожу, посмотрю. Солнце жарит, земля парит после дождей, а вон и первый его вижу, вон он, наверное, уже старенький. Посмотрим сейчас. Да нет, вполне себе грибочек. Вот почему-то маслята именно вот такие места и любят, где молодые сосеночки. Ой, такая вот небольшая посадочка, надо здесь еще поискать. Вот они. Ой, это вообще красавчик. Хорошенький. А вот этот вот уже старый. Этот уже скушали. Жучки, червячки, а вон маленький. Маленький, но уже тоже червивый. Хотя нет. Вот он. И сразу два. Сразу два рядом. Вот такие вот красавцы. А вот смотрите, друзья, прям какие миленькие.
Ух ты. Этот уже старый. А вот еще, смотрите, какой большой. Ну, тоже трухлявый. Этот уже переросток. Вот он. Красавчик. О, вообще отличный. Вот, друзья, смотрите, какую поляну я нашел. Вон они, вон они. Вот здесь вот. Вот. Вот еще. Вон маленькие там растут. Тут главное не шевелиться сейчас. Буду начинать косить. Вот за спиной. Вот он еще. Вон там он вдалеке. Лесочек незначительный. А в нем маслята. Вот такие вот грибные места. Вот именно вот в этом молодом ельничке полно маслят. А нам еще сейчас обходить, если вы обратите внимание, вон там вот он вокруг всего поля как раз и идет молодой ельник. Мы сейчас вот так вот, наверное, круг сделаем. И нам, скорее всего, уже хватит. Итак, друзья, потихоньку, помаленьку маслята ищутся. Маленько уже подустали. Сейчас остановились, перекусили там. Съели по бутербродику. Попили квасу. Ну, еще немного полазим. И будем собираться домой. Время обед. На улице жарища. Уже градусов, наверное, 28-29 плюс. После дождей все парит. Так что тяжко ходить, но грибочков хочется. Нормально. Вот такие вот, смотрите, карапузики попадаются. Вообще милое дело. А вон еще, нет, тот переросток. Потихоньку косим. Косим не так, конечно, много, как хотелось бы. Но, тем не менее, пакетик прибавляется. Уже чувствуется вес в нем. А он еще. Вот он сидит. Ой, смотрите, какая красота. Чистенький, свеженький. Еще надо покрутиться на этом месте. Вот, смотрите, друзья, целая-целая куча. Дома разберемся. Этот червивый. Этот. Тоже уже покушали. А вот свеженький, смотрите. Этот вот красивый, красивый. Ну, тоже уже с червячками. Нет. Вот еще. Свеженький, ну, блин, уже тоже покушанный. Жалко. Жалко, такую кучу нашел, и всего один гриб. И всего один масленочек, более-менее. В общем, нашли мы свое грибное место на сегодняшний день, где полно маслят. Правда, червивых очень много.
Я тут вон поляну перекосил и практически только одну треть положил домой, остальные все вот такие вот лопухи. Даже маленькие попадаются с червяками уже. Вот они, вот они, вот они. Так, этот чистенький. Этот. А тут их два. Один чистенький, а он третий. Нет, это ножка. Так что есть грибы, есть, друзья. Взгляды пошли. Так, ну этот все. А вот эти вот пойдут еще. А вон еще. Опа. Так, ну все уже тухлявые. Вот он. Хороший. А вон, смотрите, какой большущий с толстой ножкой. Ну, уже покушанный. Ну все, друзья, набродились мы по лесу. По полпакетика насобирали маслят, так что все равно время провели не зря. Грибочки есть, много переростков. Отдохнули классно. Топаем в сторону трассы. На этом у меня поездка в лес заканчивается. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. А вот, друзья, итог нашего сегодняшнего, так скажем, путешествия в лес. Это толченочка, грибочки в сметане. Холодненькое из морозилочки, закусончики, закивончики. Так что мы уже съездили вообще отлично. Завидуйте нам и всем пока.